12 богов-олимпийцев. Из них трое братья – Зевс, Посейдон и Аид. Ты должен мне объяснить. Боги Олимпа – это не миф. Мы почти ничем не отличаемся от обычных людей. Но бывает, конечно, что отличаемся. Все полубоги погибнут в ближайшие дни. Теперь они будут охотиться за мной. Он одержим охотой. Его не остановить. Теперь ты боишься? Нет. Такого не бывает. В моем мире бывает. Я помогу Кроносу возродиться, и боги узнают, что такое смерть. And I'm feeling good.